Военно-патриотическое воспитание – актуальная тема на сегодняшний день, но допущенные послабления, а порой и отказ от воспитательной работы привели к тому, что молодое поколение растет в среде, где такие понятия, как патриотизм, честь, долг, стали непрестижными. Исправить ситуацию призван военно-спортивные праздники. Один из них, «Ханука парни», прошел недавно на базе СОШ номер 1 в селении Аксай. Уважаемые участники, уважаемые гости, сегодня мы здесь проводим район военно-спортивной игры «Ханука парни» среди запасных молодежи Хасеновского района. В первую очередь я хочу вас поздравить от имени главы муниципального образования Хасеновского района Салава Джапатовича Пиевича с началом соревнований. Пожелать вам удачи. Сегодняшние зональные соревнования военно-спортивной игры проводятся в канун выборов президента Российской Федерации, с чем я хочу вас пригласить принять активное участие на этих выборах. Выборы, которые состоятся 18 марта 2018 года. Основными целями и задачами наших мероприятий является это проверка подготовки наших молодежи для службы в рядах вооруженных сил. Проверить, насколько подготовлены. У нас имеются виды военные спортивные игры, виды, где будут определяться лучшие по видам. И, конечно, по итогам всех наших соревнований будут определены команды, занявшие первые, пятые места. Вот наши соревнования получат право участвовать уже в финальных военно-спортивных играх «Ханука парни» среди запасных молодежи Хасеновского района. По итогам сборная нашего Хасеновского района для участия уже в республиканских военно-спортивных играх «Ханука парни», которая состоится уже в апреле месяце. Хочу вам пожелать удачи. Пусть победить сильнейший. Внимание. Слово представляется главе администрации селения Аксай. Салам алейкум. Всех приветствую на нашей спартакиаде. Хочу пожелать вам удачи, высоких достижений. Спорт, спартакиада – это все вместе связанное. Это наше будущее. Кто занимается спортом, физкультурой, участвует в таких спартакиадах, у него светлое будущее. Всех поздравляю с спартакиадой. Всем удачи. Progressive People. Учащимся выпускных классов предстояло проявить всю ловкость и сноровку в таких дисциплинах, как строевая подготовка, подтягивание, прыжки в длину, комплексная эстафета.
Всего в Аксаевской зоне в соревнованиях приняло участие 16 команд, и по мнению судей, ребят показали неплохие результаты. По итогам лучшими стали учащиеся из Баташьюрта, вторые из Советского, на третьем месте селение Октябрьское. Организаторы спартакиады, отдел физической культуры, спорта и молодежной политики, муниципальные.